Ну что ж, я Мамору, и мы начинаем новый дисплей. В самом начале видео хотелось бы сказать то, что эта сборка сделана мной на спешую руку. И основной мод этой сборки — это Divine RPG. Цель сборки — распахать, как ни странно, Divine RPG. И, может быть, не знаю, как получится в итоге. Ну, сначала начнем, а там как получится на самом деле. Также первая серия данного сезона, данного цикла будет больше экспериментальная для вас, так и для меня, поскольку я буду достигать продвинутый уже такой монтаж, при котором я буду все писать отдельным большим куском, а дальше уже вырезать отдельные части, которые будут наполнены только информативностью. Если же кому-то надо будет какую-нибудь рутину, то, пожалуйста, отпишитесь об этом в комментариях. Также я нашел небольшое место, в котором можно обосноваться на первое время, сделать себе хотя бы верстачок, добыть себе немножко камня, а там уже посмотрим, что будем делать. И как всегда, мы в самом начале крафтим себе деревянную кирку и добываем себе камень. Делаем себе небольшую обновочку из каменной кирки и добываем железо. Я сейчас хочу найти себе место, в котором я обоснуюсь на первое время. Нашел я также овец, которых можно будет сейчас убить хотя бы 3 штучки ради получения шерсти, чтобы у меня очечка не сжималась, пока будет ночь. Ну да, еда у меня закончилась очень быстро, и нужно что-нибудь сейчас придумать. Первое, что мне пришло в голову, это сделать себе, во-первых, топор. Убью я пару куриц, дабы получить немножко курятины. Куриц все равно больше, чем на мясо и на перья, я даже придумать не могу, на что пустить. У меня тут также, насколько я помню, стоит craftable animal. Я смогу, если что, себе скрафтить павнер куриц или тех же самых коров. Поэтому насчет ферм как бы заморачиваться особо я не собираюсь. Ну вот, я нашел более-менее хорошее место. Тут у нас находится небольшой прудик, там болото, тут коров, овцы. Но я думаю, более-менее приемлемое место. Где-нибудь сейчас расположиться возле берега, да, вот здесь вот было бы неплохое место. Тут тем более еще и горы расположены. Да, думаю, неплохое место, чтобы здесь обосноваться хотя бы на первое время. Ну а дальше посмотрим.